Это, я так понимаю, съемки. Да. Ой, это одна из моих любимых фотографий наших. Да? Да. А почему? Пойман момент именно съемки. Это смотрит в кадр Владимир Валентинович. Он, видите, улыбается. Вот за что его любят артисты все, которые у него снимаются. Он смотрит вот так. Он благодарный зритель кадра. Он не смотрит, что ты мне не плавишь. Он хохочет, радуется и еще только подбрасывает. А вот можно еще улучшить. А это «Любовь и голуби», да? «Любовь и голуби», да. Угу. И я 13-летняя в пубертате, в претензиях. Внутренних к себе и в желании сниматься. Нифига. Нет, нифига. В ощущении, как же Таня делает это все, как это интересно, видите. С другой стороны камеры, Саша Михайлов и Юрский, которые бегут в кадре, который не вошел в фильм. Ужасно был смешной кадр, они бежали так вниз по улице и... Перед ними бежали овцы, или после них бежали овцы. Это дядя Мизя бежал, пиво, говорит, пиво привезли там. Да, да. Я так понимаю, что вы со своим учителем здесь, да. Юлия Владимировна. Я с ним, да. С Александром Александровичем Калягиным, да. А вы знакомы были вот в тот период, когда он был наставником дочери? Да, конечно. Я с ним знакома очень давно, потому что я дружила с его первой женой. Угу. Поэтому я его знаю совсем еще. Ну, вы как-то спрашивали у... коллеги, как там наша или нет? Нет, мы вообще очень некоррумпированная семья. Я не люблю, когда ко мне с просьбой обращаются помочь. Я считаю, что надо все-таки играть в честные игры. Не знаю, как Юля, но мы с Верой не любим хлопотать и просить, чтобы за нас хлопотали. Решили мы, Сеня, потолковать с тобой неофициально. По-свойски, так сказать. Да не получится неофициально. Я ведь лицо-то официальное. Часто люди удивляются, как это. Что же, мы были очень суровые по отношению к Юле. И ей пришлось очень много пережить, потому что она хорошо училась, ее хвалили там за мастерство. А мы с папой снимали стружки и говорили. Он дошел до того, что сказал, подавай заявление. Наверное, все теперь поняли, что ты наша дочь, и за это тебя, собственно говоря, взяли. Поэтому все, подавай заявление об уходе, пиши, потому что нельзя, это бездарно, это плохо. Бездарная? Да, она пошла писать заявление. Не заявление, а забирать документы. Ну, пошла, документы, слава богу, да. В институте не надо никаких заявлений писать. Нет, я так больше не могу. Тихо, куда же вы? Они так видели, правда. То есть это воспитательная была? Нет, какая-то? Это была у нас такая высокая планка. Причем, если вы думаете, что у нее к нам другая, она такая же. И у нас друг другу такая же. Юля, то есть без, родители бездарности тоже, да? Получается, если... В принципе, она может сказать. Она может сказать, что бездарно я не могу, но сказать строго, что что-то там... Да, что это... Ну, мне не очень нравится. Да, это не очень, это плохо. Это бы хорошо переменить совершенно спокойно, понимаете? Ну, в большей степени с мамой. В отношениях с мамой это у меня в большей степени. Она как-то была более демократичной. Еще не хватало. Не хватало мне... Усмотреть во мне недостаток? Да, 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 да. Как это можно? Значит, дело наше право, и победа будет. Улыбайся. Я так понимаю, что вот на этот момент Шелли-Мырли, вы уже бросили курить? Я не могу вспомнить, да? Вы знаете, mm-hmm. Нет. Думаю, что да. Мне кажется, да. Да, я не курила 16 лет, да. Фигура здесь завидная. Просто, ну как вообще и всегда, но вот просто на фотографии особо видно. Мама умеет держать себя в руках. Сила воли у нее недюжинная. В конце 80-х. А вот как вы умеете себя держать в руках? Это очень просто вообще-то на самом деле, потому что у меня есть спектакли, которые идут в течение 10 лет. Значит, если 10 лет назад вам сшили костюм, то вам никто его перешивать не будет. Нет, будут, если вы безысходно. Ну, это будет некрасиво, это будут какие-то вставки и так далее. Поэтому, если ты надеваешь и чувствуешь, что тебе это чуть маловато, значит, тебе нужно перестать есть. В этом...